вот как, когда ты это все, когда это все для тебя становится ясно, то вопрос, что делать, отпадает, потому что ты в действительности, ты как сознание, ты ничего не делаешь. Все делается в тебе. Делается, причем само, это автоматический такой вот софт иллюзии вот, игровой. И все, что ты можешь делать, хотя это уже не делание, а просто это то, что перед деланием. Ты можешь направлять внимание на то, что тебе интересно. И это начинает проявляться перед тобой. Так-то это и так все происходит. Именно так. Куда ты внимание направляешь, то к тебе и идет. Вот. Но тут уже это можно делать осознанно. Но чтобы к этому прийти, чтобы понять, что ты не деятель, что ты не вот эта индивидуальность, что ты не являешься этим потоком внимания, который мы называем душой, который перерождается из жизни в жизнь, якобы, причем потому что это тоже вопрос такой серьезный, экзистенциональный. Потому что мы воспринимаем вот эту вот историю про перерождение как нечто, существующее во времени, последовательность событий. Это не так. Время существует только у тебя здесь, вот, пока ты играешь в этого персонажа. Вот для этого персонажа существует время. А для того, что за пределами или до этого персонажа, времени нет. Поэтому перерождение не является последовательностью событий. Ты прямо сейчас являешься всеми живыми существами. Просто локализация твоя вот в этом конкретном персонаже. Это вот и есть твоя игровая фишка. Иллюзорная твоя индивидуальность. Вот чтобы это все стало ясно, не то, что недостаточно этих философских измышлений и книжных знаний, а они даже мешают. Ты в этих размышлениях залипаешь, и вот эти аналогии сознания с пространством так и остаются для тебя буквальными. То есть ты начинаешь представлять себе сознание как некое материальное пространство. Хотя ты являешься как раз тем, кто это представляет, и ты это сознание есть. Вот чтобы прекратить это умственное проецирование, нужна практика. Нужно это не в виде знаний и информации в себя впитывать, а постичь, осознать на опыте, чтобы это стало для тебя очевидным изнутри, а не в виде каких-то информационных кластеров. Нужна практика созерцательности, практика внимательности, самонаблюдения, самоисследования. Нет таких людей, потому что вся твоя жизнь – это практика осознанности. Просто ты парадоксальным образом этого не осознаешь. Но ты не осознаешь самого факта своего осознавания. Но осознавание само, оно есть всегда. Ты без него быть не можешь, потому что это ты и есть. И это даже еще до того, как что-то вообще есть. Внимание собрать. Внимание вынуть из описания мира, из прогнозирования и воспоминания. Вернуть его в ощущение, направить через ощущение на осознавание и осознать свое осознавание. Самоосознаться. Никто никого заставить не может, и не нужно никого заставлять. Но если человеку надоело страдать, потому что если он не осознался, то он страдает. Если ему страдать надоело, он сам спросит, у кого надо, будет интересоваться, как мне избавиться от страданий, я устал страдать. Дальше простое предложение.
Внимание, займись, будь внимательный. Внимание – это твой дух. Вот дух – это внимание. Вот между нами вот то, что вот происходит, мы друг на друга обращаем внимание, это вот, вот этот самый святой дух. Ну, а мухомор тут может помочь? Ну да, потому что он тебя, головняк, отключает на какое-то время, и ты остаешься в чистом внимании. Вот куда ты его дальше сливаешь, или у тебя начинается трип, и ты выходишь в самадхи. Это уже твоя работа. Но опять же, это нужно, нужен интерес. Потому что, как один мой друг говорит, внимание бежит за интересом. Совершенно точно. Если у тебя нету интереса к самому себе, в любом виде, чем бы ты себя не идентифицировал, к себе как к эго, к себе как к личности, к себе как к телу, но если к этому интереса недостаточно, внимания к себе у тебя недостаточно, то ты собираешь внимание из внешнего мира. Как? Ты либо рассматриваешь там что-то интересненькое, либо говоришь другим людям: обратите на меня внимание свое. Это ты свое внимание хочешь вернуть таким образом посредством других людей, через манипуляции. Это тщетно. Потому что в одну дырку втекает, в другую вытекает. Вот нужно внимание направить свое же собственное на себя. И если ты устал от страданий, то есть от вот этого напряжения эго, а эго — это не что иное, как психическое напряжение, центр психического напряжения, вот на него и направляй внимание. И тогда под лучом внимания, под лучом этой духовной энергии духа, эго расслабляется, исчезает, тает, как мороженое на солнце. И ты первый раз в жизни чувствуешь свободу, настоящую свободу, настоящее счастье. Но внимание нужно обратить, его нужно собрать достаточно. Потому что в основном мы его тратим. А потом вот мы тратим внимание на мысли, на ожидания других людей, на прогнозирование ситуации, на привычки, рефлексы, инстинкты, на воспоминания. И за день так выматываемся, что нам нужно несколько часов спать, чтобы все это отмотать назад, и чтобы мозги немножко расслабились, перестали кипеть. И тогда утром можно более-менее опять снова функционировать и опять тем же самым заниматься. Опять есть, спать, то есть получать энергию откуда-то из каких-то якобы внешних вещей. Впечатлениями какими-то набираться. В отпуск ездить куда-нибудь. В живописные места. Смотреть эти достопримечательности. Как будто ты там увидишь что-то новое. Ничего, кроме своих же собственных ощущений, ты нигде не увидишь. Красота в глазах смотрящего. Так вот, самое красивое и самое интересное – это осознавание своего осознавания. Когда человек это понимает, начинает собирать внимание, вот и происходит пробуждение. Это простой процесс. На самом деле, он просто для этого дискурсивного ума он парадоксален и нереален. А в действительности это простой процесс психический, который подкрепляется естественными физиологическими функциями человеческого организма. И он прошит в нашей основной базовой программе или в заводских настройках человеческого персонажа. Это искра Божия, которая в тебе всегда есть. Ее не может не быть. В любом живом существе это есть. Ее нужно просто раздуть вот этим ветром внимания к самому себе. Но я так вот показываю на себя, как на тело. Но речь не о теле, не вот этом вот сердечной чакре или там не о центре головы, нет.
речь о том сознании, внутри которого находится все, 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 включая весь ум, всю Вселенную, все восприятие, все ощущения, все чувства, всю память. Вот это парадокс, который уму не понять. Ум, он предназначен для работы индивидуального сознания, для игры сознания в свою индивидуальность. А в действительности, вот как оно есть на самом деле, сознание никогда не было связано, никогда не было обусловлено. Оно всегда свободно, изначально, и не прекращает быть свободным. Оно всегда пробуждено. И то, что индивидуальное сознание спит, как будто бы спит, это как раз игра сознания в самом себе. Вот с помощью ума так сознание творчески проявляется, самовыражается. Это вот как ты пришел в кинотеатр, там, 100D, и вот прямо в пространстве у тебя идет кино. Причем ты его прямо глазами и снимаешь. Что, о чем думаешь, что то и появляется. И вот тебе захотелось прямо глазами какого-то персонажа посмотреть на все происходящее. И бах, и уже ты персонаж. Все. А игра настолько совершенная, что ты забываешь, что ты пришел просто в кинотеатр развлечься. Начинаешь жить жизнью этого персонажа. Пока тебе это не надоедает, ты просыпаешься. Дальше. Кино заканчивается. И свободен. Либо новое кино смотреть. Но осознание кино... того, что ты не спишь. Ты свободен уже. Прямо сейчас. И как персонаж ты тоже свободен. Тоже интересная штука. Ты как персонаж совершенно свободен. Ты можешь делать все, что угодно сейчас. Никто тебе не может ничего навязать или запретить, если ты сам не дашь на это согласие. Из своего осознавания. Исконного. Не дашь соизволения на то, чтобы быть ведомым в чьей-то игре. И это тоже проявление твоей свободы. И ты свободен быть связанным. И ты свободен развязаться. Никаких ограничений нет. Нет, ты не связан. Ты играешь в то, что якобы ты связан. Ты притворяешься тем, кто связан. Хотя и тот, кто связан, он тоже ничем не обусловлен. Ну, любые разъяснения, любые понимания, да, они для ума ведь делаются, для человеческого ума. То есть понять хочет ум. Он в двойственности находится. Сознание, оно не двойственно. Оно интерпретации, описанием ума не поддается. Потому что оно первичнее, чем этот двойственный ум. И сознание это вот как ты изучал дзен, буддизм, буддийскую философию, психологию. Это основа ума. И мы можем об этом рассуждать только опять же метафорически. И вот самое удачная, ближайшая метафора к этому. Это метафора пространства.
Вот ты представляешь, что такое вообще пространство в принципе? Потому что ты его пространство ощущаешь и как-то осознаешь только с помощью форм, которые в нем находятся. И появляются категории протяженности, объема, мерности пространства. Далеко, близко, внутри, снаружи и так далее. Если ты убираешь из пространства все объекты, вот из этой комнаты убрать стены, пол, потолок, убрать землю. Если убрать стены, потолок, пол, все предметы убрать из этого дома, потом убрать землю, небо, тело твое, все остальные тела, звезды. Ну, пространство что, никуда не денется. А как ты его будешь ощущать? В нем смысл теряется, то есть ты его, ты само пространство как таковое никак не можешь идентифицировать, потому что его не существует как объекта. Пространство само по себе не воспринимается, воспринимаются формы в пространстве. Если все формы убираются, пространства нет, потому что его как объекта его нет. Это вот и есть та самая пустотность, где не на что опереться. Вот сознание, оно является таким пространством. Только это не материальное, а что-то гораздо более глобальное. Хотя, в принципе, это вещь одного порядка. Условно говоря, вещи. То есть его как объекта нет. Все объекты находятся внутри него, внутри сознания. И ум – это структурирование этого пространства. То есть пространство сознания структурируется умственными матричными сетками, различными направлениями движения энергии, появляются возможности двойственного восприятия, отражения. Ум ничего не создает. Это вот ты как сознание создаешь все с помощью ума, опираясь на ум, на эту совершенно тоже нематериальную, чисто абстрактную, математическую структуру, причем неподвижную, статичную, в которой есть потенциал всего вообще возможного, всего, что можно представить себе. Ты движением своего внимания в этих структурах создаешь движение пространства. Одна часть пространства движется через другую часть пространства. Пространство низшей мерности движется в пространстве более высокой мерности. И так создаются объекты. Так вот происходит творение. Так, из ощущений себя происходит восприятие внешнего мира. Вот. Через движение внимания по математической сетки пространства. А все это вот в бесконечно мерном, так называемом, основном пространстве осознавания. Все это происходит еще обычно мгновенно. Но можно это проследить в какой-то последовательности, но это тоже такая распаковка условная, потому что все это из момента происходит, моментально. Но первичные ощущения самоосознавания. И за счет этого осознавания ум вообще имеет возможность быть. То есть осознавание, сознание в самом себе позволяет, не создает ум, а позволяет уму быть уже в готовом, совершенном, божественном виде.
И с помощью внимания, то есть творящей энергии осознавания, оживляет, одухотворяет этот умственный опыт, он начинает проявляться в виде форм, идей и живых существ. Проявляется время, как движение пространства в пространстве. Но это и происходит, просто условием должно быть пробуждение этого индивидуального сознания. Если оно пробуждено, вот как бы вторично, то есть оно не только через мир может себя осознавать, но и не только через ум и через мир, а и непосредственно, то есть осознавать само себя. Оно перестает быть индивидуальным. И тогда мир не ощущается внешним, он становится внутренним проявлением, которое можно и не проявлять, то есть не уделять этому внимания. Не значит, что мир просто вот так вот схлопывается, исчезает. Просто это так говорят метафорично, опять же, что мир исчезает. Исчезает твое восприятие объектов как чего-то отдельного, как чего-то наделенного собственной природой, не зависящей от тебя. И вот это тело, этот персонаж точно так же перестает быть вещью в себе, то есть он перестает быть тем, что ты можешь рассматривать как что-то самосущее. Без тебя как сознания этого ничего нет. Это все есть внутри тебя, как твои проявления. Вот. И если уже это осознано, то дальше уже помимо осознания в бодрствовании, осознания во сне со сновидениями, возникает вот феномен осознавания во сне без сновидений, то есть в этом глубоком сне, где нету ни восприятия, ни воспринимающего, там нет даже ощущений. А осознавание есть. И осознание осознает само себя непосредственно. И это происходит каждую ночь у всех. Просто пока человек полностью в уме, и его внимания у него свободного нету практически, то он потом это не может вспомнить. Ему нечего интерпретировать, потому что он привык в двойственности оперировать воспоминаниями в сравнениях, опираться на опыт ума. А тут получается то, что сознание может осознавать себя без сравнений и без проявленности. И потом уже вот после этого освоения, даже так условно скажем, освоения, появляется четвертое состояние, то, о котором говорится, турья. Обычно у нас базовые у живого существа есть три основных состояния. Бодрствование, сон и сон без сновидений. Появляется четвертое. Это когда ты в бодрствовании или во сне, или во сне без сновидений осознаешь себя, независимо от того, есть восприятие или нет, есть ощущение или нет. Ты постоянно находишься в самоосознавании себя как основы проявленности. И ты уже смотришь... осознаешь уже, что ты смотришь на этот мир не изнутри персонажа, как бы на внешний мир, а из пустоты, из того, чего нет, из необъективной реальности, внутрь
проявленности, как некого пузыря иллюзорного по своей природе. Но вот только то, что внутри этого проявления, и можно назвать тем, что есть. И тут вот дальше очень интересный нюанс, который очень пугает многих. Но если речь идет о стремлении к окончательному освобождению, то это надо постичь, то существует, опять же, условно говоря, реальность за пределами бытия, бытия как такового вообще. Все, что есть, оно присутствует вот здесь, в проявленности. То, чего здесь нет, его нет, нет как бы вообще. То есть вся естьность, она здесь, в проявленности, в уме, в двойственном восприятии. Получая опыт недвойственности, мы осознаем, что существует нечто и за пределами бытия. Опять же, это все условности. Пределы бытия, если бытие беспредельно, ну, так вот примерно. И вот и это инобытие или надбытийность какая-то запредельная, она беспредельно больше, величественнее и по всей нашей умственной мирской логике беспредельно интереснее, чем то, что мы наблюдаем здесь. И вот если у тебя хотя бы частица внимания туда закинута, за пределы того, что ты можешь воспринять и помыслить здесь, то путь открыт. Это не значит, что ты отсюда уходишь немедленно и бесповоротно. Что многих, в общем-то, отталкивает. Это значит, что ты в процессе умирания этого тела можешь быть свободным в дальнейшем своем проявлении или не проявлении. И ты будешь не обусловлен в следующем своем состоянии. Ну, то есть законы причинно-следственных вот этих взаимодействий у тебя уже не распространяются. Это и сейчас так, но пока ты считаешь себя индивидуальным сознанием, вот индивидуальной сущностью, эго, личность, душа, что угодно, ты обусловленно перетекаешь из одного состояния в другое, согласно причинно-следственным закономерностям. А если у тебя есть уже простое допущение о том, что вот эта проявленность, эта мультивселенная, бесконечно мерная, это не все, что вообще естьность, бытие, это не все, а только бесконечно малая часть чего-то невообразимого, о том, что невозможно вам помыслить, то у тебя есть уже билет. Расширение. А вот этот мир со всеми его чудесами и о чем только можно, что только можно себе представить, это все уже становится твоим достоянием, как карманным положением. То есть режим Бога включен, но уже без гордыни, без эго, то есть вот это демоническое составляющая деактивирована. Пустота – это
то, чего нет. Только ты начинаешь думать о пустоте, как о чем-то, это сразу не пустота, а форма какая-то появляется. Вот эта подушка, вот есть форма пустоты. Вот овеществление вот так происходит. А пустота – это то, чего нету. Там, в ней нет ничего, и ее нет самой как чего-то. И вот оттуда как раз ты и смотришь. Вот это твоя вот изначальная природа, она пуста. То есть ты не являешься вещью, ты поэтому ты сам себя увидеть не можешь, кроме как через отражение от форм в двойственном восприятии. И вот отражаясь в восприятии от форм иллюзорных внутри тебя же самого, ты можешь осознать себя как самоосознающим. Ты смотришь из пустоты вот в эту иллюзию, из ниоткуда, и это из каждой точки пространства происходит. Форма не состоит из пустоты, форма и есть проявление пустоты. Это пустота. Пустота – это не вещество, из которого может что-то состоять. Это отсутствие, полное отсутствие чего бы то ни было. Через иллюзорное восприятие. Это чудо. Это чудо-творение. Проявляется любовь. Ну, это так вот я в последовательности рассказываю, хотя это все вот прямо вот сейчас, мгновенно. Из ничего возникает любовь. Вот это первое, что есть. Это стремление себя узнать, постичь, с собой взаимодействовать, ощутить себя. И вот из этой любви вырождается мир. Мир восприятия.